Берем пример с тюменца Сергея Пересторонина. Каждое утро он начинает с пробежки. Молодец. Давайте посмотрим на этого красавчика. Вот, Сергей сделал селфи на Тюменской набережной. Особенно мне понравился его комментарий. Эй, да-да, ты просыпайся, вставай с дивана и на утреннюю пробежку. Тюменская набережная ждет. Присоединяйся. Да я даже как-то на свой счет принял. В эти выходные... Нет, в ближайшее, получается, я обещаю не лежать, а все-таки... На пробежку, все-таки, да? На пробежку выйти. Значит, у меня очаровательная девушка Анастасия зачекинилась у бабушки в селе Яркова и сделала селфи с Индюшкой. Посмотрите на их совместное фото. Мне кажется, это просто прекрасно. Больше всего меня впечатлило, как красиво позирует птица и пристально смотрит в объектив фотокамеры. Видимо, такие фотосессии для нее не редкость. Мы еще раз поздравляем. Хотите стать героем нашей рубрики? Просто выкладывайте оригинальные фотографии в Инстаграм с хэштегом «Красавчик дня» и добро пожаловать!